Сюжет, вышедший на одном из федеральных каналов, стал для кандалакшских медиков, как выяснилось, полной неожиданностью. Ведь мама малышки, находясь в лечебном учреждении, никаких претензий персоналу больницы не предъявляла. А спустя месяц выложила ролик в интернет. Сегодня кандалакшские врачи поделились своим видением ситуации. Мы оставляем его без комментариев. Хочу пояснить, что ребенок поступил в учреждение 11 марта в 15 часов. Это была пятница. Осмотрен дежурным врачом приемного покоя и был вызван заведующий детским соматическим отделением. Доктора уже в больнице не было, его вызвали из дома для осмотра этого ребенка. Педиатры, которые работают у нас в детском соматическом отделении, поскольку дети, как уже сказали, что ребенок часто поступает в отделение, они все хорошо знают его клинику и течение, и сталкиваются с не первый раз с данным ребенком. Поэтому приглашен был заведующий детским соматическим отделением из дому. В 17 часов доктор осмотрел совместно с дежурным реаниматологом ребенка, и было принято решение перевести его в палату интенсивной терапии, в реанимацию. Ни в коем случае не говорится о том, что ребенок нуждался в реанимационных мероприятиях. Он нуждался в наблюдении, в интенсивной терапии. Ребенок, то, что было показано в палате интенсивной терапии, он был подключен к монитору жизни обеспечения наблюдения. Это обыкновенный совершенно монитор, который просто смотрит параметры функции жизненных органов на сегодняшний день. И находился в кислородной маске, которая, о чем я сказала, что поддержка кислородом шла для облегчения дыхания и всего остального. Ведется круглосуточное наблюдение. Ребенок, как вот сейчас Валентин Анатольевна отметил, был подключен к монитору. И если внимательно посмотреть ролик, там прекрасные показатели на этом мониторе. То есть этот монитор не отключается от ребенка ни на секунду, на все время нахождения в отделении. И любые отклонения тут же сообщаются звуковой и прочей сигнализации. Была оказана помощь в полном объеме. Конкретно она заключалась в оказании респираторной поддержки, поддержки дыхания. Поскольку у девочки была дыхательная недостаточность, она была должна получать кислород. Создали ей максимально комфортные условия, поскольку вы, наверное, понимаете, что реанимация – это большая-большая палата, где лежат разные больные, то есть разноплановые, и травмы, и инфаркты, и инсульты, и все остальное прочее. В случаях с детьми мы стараемся как-то решать этот вопрос следующим образом – класть все-таки их в изолятор. И если есть возможность положить с мамой, естественно, надо класть с мамой, чтобы мама могла, так сказать, продолжать участвовать в уходе за собственным ребенком. Кто этого ребенка знает лучше мамы? Логично? Как-то так. Помощь была оказана в полном объеме, проблем нет никаких. И, в общем-то, случай, по моей оценке, совершенно рядовой. Рядовой – это случай или из ряда вон выходящий, разберутся правоохранительные органы. Следственным комитетом по фактам, указанным в видеоролике, уже проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала, а также должностным лицам кандалакшской ЦРБ. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.